Друзья, тестирую новое для себя оборудование, называется фойл. На Маврикии такого нету, вот приехал в Россию попробовать. Ноги в петли. И передняя, задняя. Машем кайтом. Поехали. Очень необычное ощущение. Это совсем не похоже на твинтип, не похоже на серфинг. Скорее это что-то типа балансборда, что ли. Даже не знаю. Вот поймал баланс. У-ху! Очень плохо еще контролирую доску. Видите, она у меня там взлетает. Такое ощущение, что я вернулся в прошлое. Я опять ничего не умею. И вот мне заново надо всему учиться. Очень необычно ехать на такой доске, конечно. Главное ее держать плоско. Представляешь, что вы не на доске едете, на этом крыле. Держать это крыло плоско, чтобы оно из воды не уходило. Вот точно, мне это помогает. Вот, да, я держу крыло, сразу поехал. Интересная вещь, имеет место быть. Можно на ней гонять. Дмитрий Евсеев, и он только что первый раз покатался на гидрофойле. Да, мои впечатления. Правда. Мои впечатления, я на самом деле жалею, что я не сделал этого раньше. Вот. Просто говорю от души, откровенно, что если бы я жил здесь, в Москве, и катался бы на Клещевом озере, то я бы катался на этой штуке. Я раньше этого не пробовал, потому что, не знаю, то ли лень было, то ли как-то другие дела были. Но сейчас попробовал и прослел.